Японская компания TEPSCO подготовит концепцию и генеральный план в связи с созданием зоны зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе, сообщает Министерство энергетики Азербайджана. Компания уже подписала с министерством контракт, который предусматривает подготовку соответствующей концепции генплана по созданию зоны зеленой энергии на освобожденных территориях. TEPSCO, основанная в 1960 году, реализовала проекты более чем в 90 странах и имеет международный опыт в рамках проектов умного города в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии и Таиланде. Также компания участвовала в ряде проектов в Азербайджане, среди них консалтинговые услуги по проекту строительства электростанций «Шимал-1» и «Шимал-2», анализ энергетического сектора Азербайджана и другие.